В понедельник в администрации района прошла еженедельная планерка под руководством главы муниципалитета Заура Хамирзова. В обсуждении вопросов повестки дня приняли участие заместители главы района, руководители структурных подразделений администрации, главы сельских поселений, представители Роспотребнадзора, Центральной районной больницы, комплексного центра социального обслуживания населения. Свои доклады о санитарно-эпидемиологической обстановке в Кашхабльском районе главе представили начальник отдела по делам ГО ИЧС Николай Зверев и представитель Роспотребнадзора Василий Слюньков, которые отметили снижение тенденции заболеваемости COVID-19 на территории района за последнее время. Наблюдается конкретная стабилизация. Нет никакого увеличения ни по количеству заболевших, ни по количеству контактных. В общем, хотелось бы, чтобы так и продолжалось. Заур Хамирзов подчеркнул о необходимости продолжения соблюдения профилактических мер против коронавирусной инфекции. Далее о ходе прививочной кампании на территории района против COVID-19 доложили заместитель главы района Рустам Хасанов и главный врач Центральной районной больницы Заур Хашев. На выходные Кашхабский район получил 450 доз. Хотелось бы отметить, 300 доз – это флаконы по 5 доз. И 150 доз по полу по одному. Поэтому при прохождении вакцинации нам нужно обеспечить работу таким образом, чтобы при открытии флакона, где 5 доз, чтобы были готовы получить вакцину 5 человек. Начальник отдела по делам ГО ИЧС администрации Николай Зверев задал волнующий многих вопрос главному врачу Центральной районной больницы о возможных побочных явлениях после вакцинации. Очень много разной информации идет о том, что вот кому-то сделали прививку, а ему стало плохо, там, другому сделали, он там неделю не поднимается, не постоянно. Из первых уст хотелось бы услышать, как проходит вот человек себя чувствует после прививки, те, кто уже сделал. Спасибо. Эта вакцина, безусловно, работает, и работает ровно так, насколько и должен работать препарат данной группы, иммуногенический препарат. При его введении в организм естественным образом, абсолютно заданным образом происходит реакция организма на введение вакцины, нужная, положительная, необходимая реакция. Организм включает свою иммунную систему, начинает вырабатывать антитела, что проявляется в ряде случаев кратковременным на 1-2, максимально 3 суток и умеренным повышением температуры. Правило умеренным. У молодых лиц тоже естественный момент. Сама степень повышения температуры может быть чуть выше, но потому что, собственно говоря, организм молодой и реакция чуть более бурная. Но это никогда не 39,5, не под 40. Такие случаи описаны возможно. Я на практике не встречал на вызваться, и в том числе и нет. Поэтому ничего опасного, проистекающего в линии вакцины, мы не наблюдаем и не имеем оснований считать, что такое, в принципе, возможно. Я лично считаю эту вакцину и эффективной, и безопасной. Заместителями главы района и главами сельских поселений была представлена информация о реализации национальных проектов и подготовке к участию в госпрограммах. В завершении планерки Заур Хамирзов обратил внимание участников совещания на необходимость постоянного мониторинга санитарного состояния и поручил усилить работу в этом направлении.